Прием заявок на розыгрыш путевок на хадж проходит в эти дни в стенах администрации мечети города Каспийска. Организатором такого благого дела является меценат Сулейман Керимов. Наш земляк, известный меценат Сулейман Керимов, каждый год выделяет спонсорские благотворительные путевки на совершение большого хаджа. В этом году Сулейман Керимов выделил для дагестанцев 1000 благотворительных путевок. Для города Каспийск было выделено 15 путевок. Любой желающий, который хочет принять участие, должен ознакомиться с условиями. Подать заявку могут только совершеннолетние граждане, которые ранее не были в хадже. В обязательные пункты также входит наличие каспийской прописки, статус малоимущего и, помимо этого, человек должен быть здоров для самостоятельного совершения паломничества. Отметим, что заявки принимаются до 14 апреля включительно. Жеребьевка у нас продлится до пятничного дня, 14 апреля, до 11 часов. Любой, кто попадает под условия, он может прийти, заполнить анкету и оставить у нас. Жеребьевка состоится в этот же день, 14 апреля, в 16:30 в мечети имени Саида Афанди города Каспийска. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев. Новости, телеканал «Среда».